У Apple черная полоса, квартальная прибыль американской компании упала больше, чем на 2 миллиарда долларов. Это стало известно из данных на компании, опубликованных накануне. Виной всему низкий спрос на айфоны. Это первый случай снижения годовой прибыли Apple с 2001 года. Продажи последних моделей iPhone 7 и 7 Plus стартовали лишь в сентябре, а смартфоны предыдущего поколения продаются аж с сентября прошлого года.